Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Как вы видите, на дворе, на улице стоит потрясающая погода, на пляжах очень много людей, народ отдыхает, загорает. И сегодня в этом видео я хочу вам рассказать о том, какие же сейчас есть ограничения, что работает, как работает, магазины, рестораны, кафе и так далее. Если говорить об ограничениях, то ношение масок в закрытых помещениях до сих пор остается обязательным. Также для того, чтобы посещать торговые центры, какие-то официальные здания, банки и так далее, больницы, необходимо иметь при себе QR-код или QR-код, получить его очень просто по SMS или в приложении, в описании к этому видео обязательно смотрите. Если говорить о ресторанах, магазинах, все работает в обычном режиме. Магазины, торговые центры, сетевые магазины работают до 10 вечера. Рестораны работают как на вынос, так и для посадки, поэтому можно приходить и наслаждаться вкусной едой на берегу моря с потрясающей панорамой. Что еще является очень важным, то что открылись хамамы. Мы этого очень ждали, потому что хамам — это невероятно классная штука для очищения тела, для массажа. Мы очень часто до, естественно, пандемии ходили в хамам, и сейчас с удовольствием опять пойдем. Кстати, в скором времени мы поедем в Эскишехир и обязательно посетим самый настоящий традиционный турецкий хамам. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас очень много всего интересного, то, что вы не увидите ни у кого другого. Но если говорить о натуральных товарах и продуктах в Алании, таких как масло, мыло, например, мочалки кесе для хамама, различные полотенца натуральные из бамбука, из хлопка, то, конечно же, их вы можете приобрести в магазине, музее мыла Green Body. Знаменитый на весь мир магазин Green Body находится в самом центре Алании. С той стороны у нас расположена улица Бульвар Ататюрка. И если пройти по прямой до магазина Шок, прямо напротив магазина Шок расположен знаменитый магазин Green Body, где продается натуральное мыло, масла для волос, для тела, для всей семьи, для детей. Также потрясающее пилинг мыло, различные масла для массажа и, самое главное, друзья, розовая вода. На первом этаже здесь в основном представлены пештемали. Это пештемали как из хлопка, из льна. Вот, например, такие пештемали. Мы, кстати, я ими пользуюсь и дома, и очень классно они впитывают влагу. И я, например, на пляж тоже беру. Если, например, мы сидим на песке, то совершенно свободно стелю на песок, они хорошо стираются, проветриваются, сохнут. В общем, очень классные. И также есть пештемали, которые более дорогие. Они сделаны из бамбука. Есть просто огромное количество цветов, поскольку я люблю бирюзовый цвет, то, например, вот такого вот типа есть. Ой, какая красота, посмотрите, прям натурально бирюзовая пештемаль. И когда вы ходите в хамам, это пештемаль именно вот для того, чтобы оборачивать тело. И самое классное, что они достаточно длинные, то есть закроют полностью ваше тело. Hoş geldiniz Green Body Alanya'ya. Dünyanın en güzel mekanına hoş geldiniz. İnsanlarsa bunu bugünkü gibi kişisel bakım için yapmamış. Yani sabunu bir yara bere, hani savaşta veyahut yaralanan insanlar sabunla desenfektan görevi yapmışlar. Ve bu buradan geliyor. Zamanla Mısır'da sabunu pişirmişler. İşte burada bak gördüğünüz gibi savaşlarda açık yaralara sabunla şey yapılmış. Buradan sabun Mısır'dan Selçuklu'ya geliyor, Osmanlı'dan önceki Türk İmparatorluğu'na ve buradan Osmanlı'ya kadar gidiyor. Özellikle Osmanlı'da padişahlar konuştuğu, yani devlet meselelerin konuştuğu yerlerde böyle raflarda sabunlar bırakıyormuş. Burada bütün ayırt etmeden birçok böyle yağlar var, vücut yağları. Aynı yağ saç bakımı olabiliyor, masaj olabiliyor.
Yani ürün portföyünü kişiye göre değiştirmiyoruz. В этот раз мы пришли в магазин для того, чтобы купить натуральное мыло и масла для как раз для массажа. Если говорить о масле для массажа, очень-очень я люблю, вот, например, вот такое вот масло. Помимо того, что оно очень вкусно пахнет, кстати, апельсином, оно очень-очень расслабляющее. Например, вот такое вот масло апельсина, его можно использовать и как после солнца, и как для масла для тела, массажное, релаксирующее, пахнет просто потрясающе. Есть здесь масло грейпфрута, очень много ароматических масел. Например, вот такое вот масло черного тмина, друзья, это просто невероятный кладезь витаминов и очень полезен для здоровья. Что еще мне нравится, прежде всего? Розовая вода, нет ничего освежающей и расслабляющей, чем действительно розовая вода. Как, например, я использую розовую воду, ее можно, например, использовать как освежающую воду для лица, но также особенность этой воды заключается в том, что она успокаивает головную боль. Берете 2 ватных диска, прыскаете воду, главное, чтобы она была холодная, из холодильника. Кладете на глаза, и головную боль снимает в течение 10 минут просто потрясающе. Очень классная, натуральная, супер. Есть, например, также вода Мирта, тоже очень классно пахнет, освежает. Можно использовать, например, после душа, как воду для снятия макияжа и так далее. И, конечно же, можно приобрести как маленькие бутылочки, так и большие. Batı bugün 100 senedir dişlerini fırçalamayı biliyor. Biz dinimizden dolayı, Peygamber Efendimizden dolayı 1400 senedir ağız sağlığını biliyoruz. İnsanlar ağzından ölüyor. Şimdi ağızdaki önemli olan şu. Yani bugün diş macunları vesaire çok büyük problemler var bunlarla. İnsanlar bunu biliyor artık. Bu 5000 senelik bir kültür. Yapmanız gereken kibarca sabahleyin uyandığınızda ağzınızdaki biriken bakterileri kibarca dışarı göndermek. Ama siz diş macunuyla %99.9 bakterileri öldürdüğünü bilerek bunu kullanıyorsan sen kendin bakteriden oluşuyorsun. Yapılması gereken şu, yani saçını başını da yıkayabilirsin. Şimdi küçük bir Rus çocuğu diyelim 4-5 yaşında. Annesi babası ona diş macunu alıyor. Git bununla dişini fırçala. Çocuk günde 1 gram yutuyor. Çünkü tatlı. Anlıyor musunuz? Bağımlılık yapıyor. Çok büyük bir strateji. Şimdi burada sabunu şöyle sürdüğünüzde 0.1 miligramla günlük, yani sabahleyin ağız sağlığını yapabilirsin. Ben 10 dakika fırçalıyorum. Dünyanın hiçbir diş macunuyla 10 dakika değil 3 dakika bile ağzını fırçalayamazsın. Ya bizim buradaki amacımız insanların doğaya geri dönmesi. Doğaya geri döndünüz mü? Doğaya yatırım yapıyorsunuz. Anlıyor musunuz? En son ağaçta öldü mü insan ne yiyecek? Yapılması gereken şöyle, banyodasınız. Zaten orada olmak zorundasınız. Fırçayı sür, kibarca fırçala ince bir diş fırçasıyla. Burada çok önemli. Bugün virüsler vesaireyi konuşuyoruz. Gargara ediniz, bunu tekrar yapınız. Bir daha kendinizi diş macunlarıyla öldürmenize gerek yok. Если говорить о мыле, то вариантов мыла здесь просто огромное количество. Конечно же, здесь есть мыло оливковое. Это мыло, как вы видите, мыло продается килограммами. Например, килограмм такого мыла стоит 150 лир. Вот это вот как раз оливковое мыло. Jumali Bey делает мыло, видите, вот такими вот большими кирпичиками. И для того, чтобы, если вы не хотите покупать такой большой кирпичик, то, например, можно приобрести уже готовое мыло, порезанное на кусочки, либо, например, на специальном ноже, на специальном станке он это мыло вот здесь вот отрежет непосредственно столько грамм, сколько вам
будет необходимо. Вот вы видите, здесь есть большое количество тоже разных обрезков и так далее. То есть можно, например, если вы сомневаетесь в каком-то мыле, можно прийти, во-первых, узнать о том, что это за мыло, подойдет оно вам или нет, и, конечно же, попробовать на себе, а потом уже приобрести просто потрясающее мыло. Очень мне нравится мыло, которое пахнет ароматерапевтическое, но и это мыло пилинг. Пользоваться им можно раз в неделю. Пилинг для лица, мыло пилинг для тела. Ya bir çocuk annesini babasını seçmedi ya, ırkını dinini seçmedi. Çocuk dünyaya geldi. Ama bugün bakın televizyona bakıp insanlar alışveriş yapıyor. Televizyonu babuşkası zannediyor. Her verilen mesajın doğru olduğuna inanıyor. Şimdi Çukurova Üniversitesi bir çay bardağını, sıvı sabun, işte piril, bebek şampuanı onunla yıkamış. Sabun bardaktaki kimyayı almak için 15 litre kaynar su kullanmış. Hesap etmişler, eğer bir bebeği biz sabunla yıkarsak 200 litre kaynar su kullanıyoruz. 200. Ve çocuğumuz halen temiz değil. Bakın burada şunu söyleyeyim. Yani şimdi bir sabunla eğer dişinize fırçalıyorsanız çocuğunuzda yıkayabilirsiniz. Özellikle şunu da belirteyim. Normal bir doğum esnasında annelerimiz bize böyle bir kalkan veriyor cildimize. 6 ay hiçbir bakteri çocuğun vücuduna dokunamıyor. Ama siz sidrik asit bazlı şampuanlar, bebek şampuanları şunları falan kullanırsanız bir haftada o cildi yok ediyorsunuz. Özellikle şunu da söyleyeyim. Şimdi kürtaj olan yani kaizaşinit ameliyatla dünyaya gelen çocuklarda bu film tamamen yok. Onlar tamamen açıklar bütün bakterilere. Yapmaları gereken lütfen ya çocuklarına yani şampuanları falan vurmasınlar. Bunları kullansınlar. Çünkü o nineleri, dedeleri 100 sene önce, 200 sene önce de Ruslar sabun kullanıyordu. Bugün Ruslar sabunu çok seviyor. Burada Alanya'da görüyoruz bir sürü sabun satıyoruz bu arada. Tasvip etmediğimiz ama bizim buradaki amacımız her gelen insana böyle bir parça veriyoruz. Kültürünü anlatıyoruz. Ondan sonra Ruslar da alıştı yani bu sabuna. Bunlar aromaterapi sabunları. Diyeceksiniz aromaterapi ne? Yani bugün ortaçağ Avrupa'sında insanları cadılıkla suçlayıp yakarken biz bu ülkede psikolojik problemi olan insanları su sesiyle, ney sesiyle, tamam mı? Aromaterapiyle onları rehabilite ettik. Yani aroma ruhtur. Ruhsal terapi. Siz bugünün dünyasında mecbur her gün banyo yapmak zorundasınız. Biz Alanya'da bazen 3 sefer banyo yapıyoruz. Şimdi siz koktunuz mu anneniz bile size sarılmaz. Hani aroma bu sabunu kullandığında bu senin terini alır ama ruhsal bir denge sağlar. Bu sabunun içindeki muhteviyat yani eterik maddeler sizi dağlarda gezdiriyor. İnsan dağa çıktı mı, ormana çıktı mı mutluluk hormonu salgılıyor. Bizim burada önerimiz her zaman iki tane sabun alınsın Green Body'den. Bir tanesiyle yıkansın. Özellikle saç dökülen ablalara buradan söylüyorum. Erkekle sabun saç dökülmesini engellemiyor. Yalandır. Ama bayanlarda ciddi. Yapmanız gereken sabunla yıkayın saçınızı. Tam üstüne şuraya bir çay kaşığı zeytinyağı dökün. Sabunla beraber onu masaj yapın. Ondan sonra bekletin. Bakın 30 saniye bir kolun altını yıka. 30 saniye bir maçalkayla böyle yıka. Ondan sonra 2 dakika dişlerini fırçala. Vücutta sabunun 5 dakika beklesin. Duş al. Bir daha yıkan. Tamam mı? Aynı şeyi hem egzersiz yapıyorsun. Kol kasların çalışıyor. Evde otur, ofiste otur, arabada otur. İnsanların kasları eriyor. Ama rutin olarak en azından bu hareketleri yaparsak özellikle bayanlara söylüyorum. O deodorantlar vesaireler bunların neler yaptığını herkes daha iyi biliyor. Göğüs kanseri vesaire vesaire. Kokmazsınız. Bir gün sizi sabun idare eder. Ha şunu da söyleyeyim. Bir yolculuğa falan gideceksiniz. Özel bir partiye gideceksiniz. O gün yumurta yemeyin. Et yemeyin. O gün de kokmazsınız. Yani şöyle siz
geriye dönmek zorundasınız. Çünkü dünya çöple doldu. Biz 25 senedir insanlığa buradan bir faydamız olsun diye çalışıyoruz. İnanın inanmayın. Bu sabunların fiyatlarına bakarsanız burada inan ki bunlar çok ucuz. İnşallah Rus halkı da bu zenginlikle yakında buluşur. Herkese Alanya Grimba diye bekleriz. Spasiba. Biz bütün yağlarda şunu yapıyoruz. Birincisi bu vücut yağı. Body oil. Yani bu ne demektir? Masaj için çok uygundur. İşte ne bileyim saç bakımı yapabilirsin diyelim, saçlarını ıslat. Tamam mı? Şöyle 3-4 tanesi. Güzel masajla bir bone ile kapat. Yarım saat kitap oku. Banyoya bir tane sabun al, köpürt, yıka, beklet, duş al, bir daha yıkan. Bunu haftada bir iki sefer yapabilirsiniz. Bak şu peelingdir, bu peelingdir, bu peelingdir, bunlar peelingdir. Ve tamam, bu peeling sabunlar sadece haftada bir kere mi kullanıyorsun? Ya ben her gün kullanıyorum. Çünkü benim yaptığım formüllerde normalde peeling çizer. Anlıyor musun? Benim yaptığım, Allah bize böyle bir sanat verdi. Bastırmadan şey gerek yok. Her gün kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sabunu suyun altında bırakmasınlar. Yani erir gider. Kullandıktan sonra kuru yerde saklasınlar. В общем, друзья, вот такой у нас сегодня богатый улов. Я думаю, что нам хватит на целый год этого мыла. Опять хочу пользоваться этими потрясающими мылами. В общем, просто супер. Все остальное у меня есть. Поэтому, кстати, как парфюм, очень классно тоже. Обратите внимание. Поэтому, друзья, если вы в Алане, обязательно, вот, например, мыло для чистки зубов. Я им уже пробовала, чистила. Вкус, просто вкус, травяной вкус, например, тимьяна, базилика, остается во рту, и совершенно никакого привкуса мыла нет, потому что оно натуральное. Поэтому, друзья, когда вы в Алане, обязательно приходите в этот магазин, окунитесь в эту невероятную атмосферу здоровья, натурального мыла. И, конечно же, пообщайтесь с Джумали Бэем, потому что он вам расскажет о том, какое мыло, для чего нужно использовать, чтобы быть более здоровым, энергичным и не пользоваться никакой химией. В описании к этому видео все контакты этого магазина. Будете в Алане, заходите на чай, на мыло, ну и, конечно же, будьте здоровы. А сейчас мы с вами отправляемся куда? Туда, что вы больше всего любите, смотреть на море. Дорогие друзья, как я вам и обещала, мы перенеслись на пляж. Сейчас мы находимся в самом центре Махмутлара. Знаете почему? Потому что мы едем на открытие кафе суши-бара. В общем, такое замечательное, потрясающее событие. Очень люблю суши. Про него расскажу в следующем видео. А сейчас давайте спустимся к морю и насладимся его красотой. Вот такая вот красота здесь, друзья, на пляже в Махмутларе. Не могу оставаться очень долго на пляже, потому что очень много работы, нужно уходить, но все-таки ради вас забежала на пляж. Забежала на пляж, чтобы все-таки показать вам море. Вот такая здесь красота. Спешим на открытие суши-бара. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего. Приезжайте в Аланию, в Турцию, наслаждайтесь
прекрасной погодой, природой, красотой. Вот так вот у нас здесь классно.